Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Также приветствую всех на своей страничке ВКонтакте, в Фейсбуке и где вы меня будете смотреть. Смотрите, несколько лет занимаюсь заработком денег в интернете. И здесь совсем такая история недавно появилась, что Сбербанк, Альфа-банк и все банки, которые являются под государством, они начали блокировать счета. То есть незначительные переводы с ваших карт могут заблокировать и несколько месяцев, то есть не месяцев, конечно, но несколько дней, недель вас могут мурыжить по поводу суммы там, в $500, например. Почему у меня появилась вот такой пост на моей страничке? Потому что нужно, наверное, уже переходить на вот такие вот банки, которые вас не ограничивают. Если вы зарабатываете от 100 тысяч там, или до 100 тысяч, и вы хотите деньгами этими оплатить интернет-услуги какие-либо, вы можете воспользоваться вот этим предложением. Ссылка на регистрацию будет под этим видео. Также я рекомендую вам использовать Яндекс кошелек. У него тоже есть своя карта. Киви кошелек у меня он тоже есть, он у меня тоже верифицированный, но так как вот очень аккуратно это все делаете, но вот эти именно три кошелька вы можете использовать легко и свободно. Вот Киви кошелек, Яндекс кошелек и вот карту банка Тинькова. Закажите. Почему? Почему? Ну, потому что даже если мы сейчас зайдем, у меня вот здесь ссылка есть на мониторинг обменников, открыть. То есть самые популярные платежки мы можем видеть. Это Яндекс деньги. Все остальное это кошельки, вот Киви и Яндекс.Деньги, они вот здесь стоят как электронные деньги. Чем удобны, сколько денег у вас на электронном кошельке, столько денег у вас на карте. Можете спокойно рассчитываться в магазине, можете снимать определенную сумму в банкомате. Пользуюсь достаточно давно. И давайте еще посмотрим, например, направление мы выберем Тиньков. Направление Тиньков и что он нам предлагает. Ну, абсолютно со всеми кошельками Тиньков работает, даже свободно работает с биткоинами и с криптовалютными кошельками. Поэтому если есть желание просто не париться за эти кошельки и вы работаете в интернете, просто вам рекомендую вот эту дебетовую карту. Она не кредитная, она дебетовая, и она еще кэшбэк вам будет давать. И с ней очень замечательно работать. И я вам еще раз показываю, что много-много-много платежных систем, электронных кошельков с ней работает. На этом заканчиваю. Кому понравилось видео, ставим лайк. Кому нужна карта, регистрируемся в Тинькофф банке. Всем привет!